Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы насчитываем, или, как сказать, озвучиваем занятия, которые я вел в Потеряевке со дня основания буквально, по воскресеньям на улице. Храма нигде это еще, это молиться это воскресенье только было. По темам, тематические. Вот, речь шла о наказании. Итак, сегодня озвучивается тема наказания. Сегодняшняя тема занятия вызвана одним событием, которое произошло на этой неделе. Это было в среду. Мы пошли в кино, и приехала к Данилу мама, Татьяна. В кино это у батюшки просматривали, у него большая видеотека была, такие еще были кассеты на видео. Хорошие были фильмы, там и Иеремия, и, ну, то есть, хорошие просто. Некоторые никогда не видели. Дальше. И приехала к Данилу мама, Татьяна. Полдесятого приехал мотоциклист. Теперь мы знаем, что из села Корчино. Калмогоров Сергей Иванович. Ростом примерно с меня, крепкий. И вот он лез зачем-то в лагерь. Вымывал ребятишек на рыбалку. В кавычках, на рыбалку. А уже сумерки были. Начал сквернословить, лезть. А уже были сумерки, да. Скверными словами называть нашу веру. И Татьяна Плеханова не могла от него отбиться. Она такая грузная женщина, большая, но оставалась, лагерь один мы не оставляли. Она догадалась послать ребятишек за нами. Я скорее на велосипеды туда, других послал за Виталием Устиновым к Андрею Дробот. Витя Савченко прибежал. Татьяна рассказывает, что она даже два раза палкой его ударила, а он все равно лезет. Ребятишки все похватали палки и держали оборону. Совершенно невменяемый человек. Когда я позже рассказал Алексею Сизкову, его соседу, то он очень удивился. Сказал, что он такой хороший работник. Это, наверное, сатана в него вошел. Это он, даже Алексей об этом говорит. А крепкий мужик такой. Я ухватил за руку, так он водит рукой, так и меня за рукой таскает. И не можем ничего сделать-то. Татьяна говорит, что он нахрапом лезет. А потом глаза его внезапно изменились резко-резко. Увидел, что я бегу. А он-то их гонял, видел, что здесь только одни женщины и ребятишки. Я сразу перепрыгнул через ограду и к нему говорю, что тебе, мужик, надо-то? Мы с ним сцепились, Татьяна на помощь выскочила. А у него в руке как-то палка оказалась, бита от игры в городки. Не можем отобрать. Он здоровый, крепкий, нас водит по сторонам. Мы ничего сделать не можем. Витя Савченко подбежал и за ноги его, и мы его повалили. А тут Василий Устина подбежал, а уж Виталия ему не одолеть. Он тренированный и очень сильный. Андрей прибежал, а Андрей Дробот занимался и самбо, и дзюдо. Тамильский тигр, так зовем его, он глухонемой. Мы этого хулигана скрутили головой к земле, руки за спину закрутили ему веревкой. Потом ноги притянули за спиной к его рукам. И он на животе лежит. А тут бичи у меня свернутый, хороший, а я его бичом начал пороть. У него штаны лопнули, я ему наворачиваю горячих, а он видит, что дело-то плохо. И мужики, да отпустите. А бич это, знаете, клиновой ремень у комбайна. Ну, знаете, что это такое? Мы сели, составили заявление в полицию. Приехали Плотниковы, Игорь на машине. Мы его затащили в машину и отвезли в милицию. Он дорогой еще пытался возникать, потом уснул пьяный. Он приехал утром за своим мотоциклом с люлькой. Мотоцикл с люлькой. Мы его в крапиву загнали, спрятали, он его не нашел. Который мы схоронили в кустах крапивы возле лагеря стана нашего. И уже вел себя этот Сергей нормально, все просил прощения. А когда приехали... Когда поехали, они на двух мотоциклах, то они остановились и еще кулаком нашим ребятам погрозили. Мы вам покажем тут, папам. Ну, на мотоцикле приехал за своим мотоциклом. Алексей Сизков говорит, так это самосуд. Какой самосуд? Это русская самооборона. Он еще грозился на встречный суд подать. Вот это нам и надо, подавай. Он должен будет ответить на вопросы. Был в лагере? Зачем приехал в сумерках? Зачем выманивал детей на рыбалку? Для чего матерился? Зачем нападал на женщину? О наказании и я хотел поговорить на основании Священного Писания, посмотреть по истории мира. О наказании детей у нас есть материал, называется «Семье» в книге к истинному православию.
Писание говорит четко и однозначно, что если родной отец желает, чтобы дети его выросли хорошими и порядочными, не хамьем, не бандитами, то он должен наказывать их. Написано, не редко, а часто наказывать. Апостол Павел в послании к евреям в 12 главе пишет, 12 глава 6-12 стих, «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирные плоды праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени». Вот я хочу вставить здесь ставку такую. Это газета писала, и газета, центральная газета, кажется, «Труд» там или «Комсомольская», сейчас не помню, давно было. Какой-то город, чуть ли не Иркутск, или там в каком-то краю в этом. Эти недобрые люди подкупили милицию. А они наркотики там продают и безобразничают. И милиция обращается, никакой меры не принимают. Ну, они, говорится, на лапу положили и все. И вот выходит дежурный милиционер. Ну, а про него пишут, он такой молодой парень. Фотография показана прямо в газете. И он очень терпеливый. Однажды, говорит, где-то кто-то пустил собаку с Стаффорда там. И он ему в ногу вцепился. И он стоит... Он ногу грызет у него, не просто в штанину вступился в ногу. Он хозяину говорит, ты собаку-то убери, видишь, ногу грызет. Ну, другой бы тут что сделал-то? Ну, это стоит, а эти в машине сидят четверо. У них, кажется, две на двух машинах. Или... И они над ним издеваются, там один вышел, и да ты ми... такой-сякой, да мы тебя раком, да мы тебя... Ну и дальше что они говорили ему? Он ни слова не говорит. Они издеваются над ним. Народ проходит мимо, а они его всячески клянут. И вдруг, говорит, он вытаскивает пистолет, пошел к ним и начал их расстреливать. В машине. Они там, от которой был вне машины, он ползет, кровавый след. Подошел еще к контрольному выстрелу. Вся окрестность стонала от этих людей. Ну, ясно дело, четверых убил из оружия. Теперь суд. Там город весь восстал за них. Что было, не знаю. В другом случае он похитил девчонку, ну и насиловал ее какой-то туркмен или узбек, и ходил торговать, наконец вышел и ее с собой взял. Мать все-таки нашла ее. А судье он опять же дал, не судье, а следователю. И она пришла, и очная ставка. И наказания-то никакого ему нету. И, ну, этот говорит, вы не можете доказать, дочь-то сейчас у вас дома. И все. Ну, а что она может доказать-то? И он идет и в дверях ухмыльнулся. Ну что, баба, взяла? Это, говорит, последнее, что он видел. Она выхватила из сумки, купила ружье, сделала обрез. И тут же в кабинете следователя пристрелила его. Конечно, убийство, то другое. Ее посадили. Но такой бунт был там. И решение пришло освободить. Это газета официально говорит. Поэтому для людей, которые не соблюдают законность, и вот так безобразничают, для них тоже опасно. Ну ладно, мы там отпороли его, да и... Так он приехал на следующий день, взял соседа своего, а он где-то рядом, недалеко живет, или знакомый, Семен, это Алексея Сиськова, это главный агроном, мой крестник, и привез его. И он ходатайствовал за него, чтобы мы заявление в милицию, которое забрали, потому что у меня, говорит, из армии должен сын прийти, а теперь его не отпустят. Ну вот страшно-то дальше началось. Отпустили сына. Сын-то приехал, и что у него тут было? И сын повесился. Он наших-то детей-то не убил, а сына лишился. Я говорю о том, что главный-то меч у Бога в руках. Как надо быть осторожным. Итак. Наказание всем общее, и будучи наказанными плотскими родителями, дети боялись их. Такова цель, чтобы тебя боялись и уважали.
что ты не просто проживальщик в семье, то тем более покоримся Отцу Светов, Богу Всевышнему и Иегове. Это написано все в Новом Завете. И не надо ссылаться, что, мол, о наказании говорится только в Ветхом Завете. Ветхий Завет и Новый Завет ничем не отличаются. Это единая книга и называется Библия. Только Ветхий Завет предсказывал пришествие Мессии, а Новый показывает его пришедшим. Как только скажешь о бороде, так сразу же вопли велики в защиту бритой духовности. Так это в Ветхом Завете. А сейчас, сегодня мне один скидывает, говорит, а нашли древнее изображение где-то, что Христос без бороды. Поэтому вы не выдумайте, что Христос с бородой был. Ну такого я еще не слышал, безумие. Да, да. Ну это кто пишет там эти садомиты разные? Две скрижали даны в Ветхом Завете. Ветхий Завет был нянькой, путеводителем. И нянька мы ценим с годами, когда понимаем, каким она меня вырастила человеком. Что я не хулиган, научился почитать родителей. А относительно детей, там и говорится, что если родилась дочь, то отец, потеряй сон, не спи. И не одна у тебя задача, а несколько. В первую очередь, воспитать ее целомудренной. Во-вторых, найти подходящего жениха и выдать замуж. Затем, чтобы она в супружестве не опротивила и была послушной. Ни на мать, ни на прабабку не была похожа. А была кроткой и смиренной. А пока мала поперек лавки, еще ножки вытянут, то что? И не жалеть чего? Я правильно говорю? Штаны или задницу? Не жалеть розок. Розги деньги стоили, их покупать нужно было. Не жалей, написано, розги, и не возмущайся его криком. То есть, дери, дери, на просушку шкуру вывешивай, а потом снова дери его, и впоследствии будешь утешаться. Есть материал у нас о семье. Обязательно посмотрите. Еще раз прочитайте, как с детьми обращаться. Не во гневе схватил ребенка и бить, как делают неразумные горе-родители. Иногда посмотришь на некоторых, и хочется запретить родителям вообще детей наказывать, не разрешать. Наказание должно быть не во гневе, а спокойным, четким, с объяснениями, как наказание у нас в лагере. Вот бумага из прокуратуры. Они знают, что у нас телесное наказание авоськой, крапивой. Но прежде подробный разбор преступления. Знал или не знал. Если не знал, что это нельзя делать, то прощается. Или если недоказуемо. На днях только было такое. Разбираем одно дело. Ты знал это? Нет, не знал. Если ты не слышал, то я тебя не накажу. Но теперь... А ты слышал? И если то же самое повторишь, то и прежний грех на тебе висит. Воспитателю, конечно, обидно. За 25 лет у нас ни один ребенок не был наказан несправедливо. И уезжающего мы всегда спрашиваем. Скажи, тебя хоть один раз наказывали несправедливо? Ни разу. При родителях, когда он стоит, рядом со мной родитель, а он с той стороны от родителей. А я многих наказывал, и девочек, и мальчиков. И прежде чем быть наказанным, каждый перед строем должен признать свою вину. Я могу одно наказание заменить другим. Например, на выбор. Три горячих или без обеда. Обычно выбирают три горячих, а если смело пошел, то по голенищу хлопну, чтобы звук издать, и скажу, чтобы молчал, никому не говорил. Что его я не наказал, а наказываю в отдельной келье, и никому это нельзя делать, а в лагерь весь молится в это время. Мне нужно их держать в повиновении. А когда ты не боишься, то мне нет смысла тебя наказывать. И ты это понял уже. Относительно детей другого указания Библии нет. И такого воспитания детей абсолютно у всех народностей. Есть только в дельте Амазонки такое дикарское племя, которое детей не наказывает. У них считается преступлением наказать ребенка. Библия же однозначно говорит... Учи, наказывай, воспитывай, но не будь суровым слишком с детьми. Колоссянам 3:21. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Относительно же детей нет другого толкования ни у одной нации, ни в одной религии. Я сегодня хотел поговорить о том, как поступать с взрослыми людьми. Можно ли взрослых наказывать? Говорят, что это унижение человеческого достоинства. Но почему-то вдруг с перестройкой появились дубинки у милиции.
Это не унижение ли человеческого достоинства, когда они молотят ими, не только разгоняя каких-нибудь манифестантов, а часто по произволу? Что об этом говорит Библия? В первую очередь мне хочется взять выражение Иоанна Златоуста, который говорит, что Бог так тесно, плотно связал душу и тело, что они считаются как заодно, хотя некоторые сумасброды душу вообще не признают. Доходят до такого кощунства и обращаются с человеком как только с телесным и как с животным. Наказывая тело, мы вразумляем душу. Они связаны вместе. Например, сын начал курить. Что делать? У него опять табак в кармане, опять спички. В России всегда было строгое наказание для взрослых. Вспомните братьев Карамазовых, когда Федор Карамазов говорит: «Да русский мужик, его драть и драть надо, по-другому никак». Или в Муму, как отодрали. Иуда Бен-Гур, смотрим, как наказывают плетями взрослых, в страхе держат. В Кому Грядеши, когда пленника ведут, только бичи свистят. Так было всегда, и мы увидим из Священного Писания, что никогда по-другому не было, никогда. Я не говорю о казни, а только о наказании ремнем бичами. Притча 15.10. Злое наказание, уклоняющемуся от пути и ненавидящее обличение, погибнет. Злое наказание. И наказание это лежало на исполнителях, на царях, князьях. Притча 19.9. Лжесвидетель не останется ненаказанным. И кто говорит ложь, погибнет. То есть, если во гневе что попало сделал, сказал, значит будут тебя драть. Притча 23.13.14. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Наказывали взрослых и очень сурово. У римлян были специальные семихвостовые плетки. И когда наказывали, то на конце привязывались железные согнутые проволочки, называемые скорпионами. 3 Царств 12.11. Итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. Во времена, когда наказывали Христа, у них на концах были костяные плиточки, которые до кости раздирали тело. Исайя 53.5. Но он извязнен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились. У евреев плетка была в два конца. И один ремень из ослиной кожи, а один из бычьей. И когда наказывали, то было так. Один драл привязанного к столбу или на скамейке, совершенно голого. Его пароли и читали. Исайя 1.3. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего. А Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Один порет, а другой считает. Один удар, два удара, потом 39, 40 без одного. Почему? Разрешалось только 40. 40 это полнота, а сверхполноты бесчестие. И чтобы не обесчестить человека, давали без одного. Чтобы если считающий случайно ошибется, не обесчестить человека. И Павел говорит, что ему давали 3 раза по 40 удара без одного. Это уже в Новом Завете. Учение Христа распространяется по планете. Опорка идет. Деяния 22-25. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику: «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Если некоторые не согласны, то это их дело. Несогласные должны представить какие-то документы, что так не было. 1 Петра 2.14. Правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро? Правители не для того только, чтобы грабить народ, создавать инфляцию в стране, мафиозные структуры, деньги угонять за границу. Нет, но для наказания делающим злое и для поощрения добрых. 2 Петра 2.9. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Римлянам 13.2.5.
Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо оно не напрасно носит меч. Но Божий слуга – отмститель в наказание делающему злое, и потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Ему должны повиноваться не из страха наказания, а из желания соблюсти законы. У нас есть конституция, и безнаказанно никто не имеет права ее нарушать. Апостол Павел, Евреям 12:11, говорит, что всякое наказание в настоящее время кажется не радостью. Какая радость, когда тебя отпорят? Как правило, пурят по спине, иногда по животу, но у нас принято больше по заднице. И уколы туда ставят. Это место более мясистое, до костей далеко. Бытие 4:13. И сказал Каин Господу Богу, наказание мое больше, нежели снести можно. Вот, ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня. Авелю, значит, было достаточно. Авель мог снести, когда Каин проломил череп ему. А вот сам Каин не может снести теперь. И у нас бывает, когда судят убийцу, 2-3 человек причитают. У него жена, дети, а убитого будто ни жены, ни детей. И всегда мнение народа на стороне преступника. Но воздайте ему той же мерой, и судить его не надо. А просто сразу же убить, и все закончится. Если вы не соблюдаете евангельский закон, то соблюдите хотя бы закон Моисеев. Это же Божий закон, называется благодатным. Это уже теперь благодать на благодать. Исход 27. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Господь не оставит никого без наказания, то есть неотвратимость. Об этом говорят юристы. Не в силе наказания, а в неотвратимости. Левитам 26:17-19. Обращу лицо мое на вас, и пойдете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. Если при всем том не послушайте меня, то я всемеру увеличу наказание за грехи ваши, и сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как меди. Господь говорит, что всемеру увеличит наказание за определенный вид преступления. Иов 5:17-18. Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание Вседержителя не отвергай, ибо Он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, и Его же руки врачуют. Когда тебя Господь наказывает, то наказание Вседержителя не отвергай. Ты принял это по делам своим, а Господь свят и праведен. Особо праведным людям, если они поступают по закону, Господь дает возможность возвыситься, сделаться властелинами, хорошими правителями в стране. Дает им генеральские и маршальские звания. Псалом 149:7 говорит, что для того, чтобы творить суд над народами, возвышает человека Бог. Суд и наказание. Совершить наказание над народами – это особая честь, иметь власть от Бога. Сирахова 22:6. Не вовремя рассказ – то же, что музыка во время печали. Наказание же и учение мудрости прилично всякому времени. Не надо ждать, как у нас бывает. Вот уйдут гости, я тогда тебя вздую. При них ребенок как-то капризничает, выворачивает, зная, что не накажут. А Сираха говорит, что наказание прилично всякому времени. Не жди, а если виновен, то отведи в другую комнату, взгрей его, и он не будет больше этого делать. Я как-то ехал с Кирией, племянником, во Фрунзе, и как только кто-нибудь садится за стол, он встанет напротив и стоит. Ему, мальчик, возьми вот это, и дают что-нибудь. Я его раз вытащил в тамбур, вздул. А опять только люди начинают газетками шуршать, он вскочил и стал перед ними.
Я опять его на руки вытащил в суверенное пространство, вздул. Третий раз опять. Он утробистый такой с детства, все на пирожках. Сворвать где-то надо. Я только вставать, а он: «Нет, не хочу!» Сразу сел и все. Двух раз было вполне достаточно, чтобы он понял, что к чужому столу становиться не надо, глазами лопать не надо, чтоб шакалом не вырос. Ты должен с достоинством прожить, чтобы и виду не показать, что есть хочешь. Если не заработал, нету в тарелке, лежи кулак, нюхай фигу из кармана натощак. Родители бедно живут, но с голода не умираешь. Будь доволен этим пока. Будь доволен, что тебя жизнь сохранили родители, не убили тебя в утробе. За это Бога благодари всю жизнь. Сираха 23.10. Ибо как раб, постоянно подвергающийся наказанию, не избавляется от ран, так и клянущийся непрестанно именем святого не очистится от греха. Раб должен подвергаться наказанию, а иначе он не избавится от порока. А мы все рабы. Когда писались эти книги, был рабовладельческий строй. Сирахов 42.1.5. Не стыдись вот чего, и из лицеприятия не греши. Без пристрастия в купле и продаже, и строгого воспитания детей, и окровавить ребро худому рабу. Премудрость 11.17. Чтобы они познали, что чем кто согрешает, тем и наказывается. Этот принцип соблюдается в мусульманском законе, шариате. Мне очень нравится этот закон. Я его почти весь целиком принял бы здесь, в России, пока нет евангельского. Если это насильник, то сразу кастрируют его. Если это вор, то сразу отрубают руку. Задают только один вопрос. Какой рукой воровал? Своровать можно 3 раза, как в Америке. В Америке на 3-й раз пожизненное заключение, а у мусульман голова с плеч. А у нас? Я уже 10-й раз сижу. Он и не думал жить, ему лишь бы воровать. 1 миллиард людей покоряется этим законом шариата. Там никто не будет по-другому говорить, у них кровная месть. Родственники дают клятву, подписываются, что они за него не заступаются, а если поймают, то голову сразу принесут. Одного насильника власть не поймала. Он прибежал домой, и на следующий день родственники принесли его голову. Зараза эта не должна распространяться, от него ничего не должно остаться на земле. Я говорю о законах, которые не в нашей стране, но они действуют и на территории Российской Федерации. Недавно была статья «Закон вор». Закон вор. Как в Чечне девушек захватили, насиловали, убивали, и одна сумела убежать. Их было 4 человека. И как сумели задержать насильника, его заманили, он ремонтировал машины. И будто бы надо было машину отремонтировать. Взяли его, вывезли. Ей дали автомат, чтобы она сама его расстреляла. А других родственники сами дали обещание поймать. А который не участвовал, а только знал про преступление, тому приказали выехать из Чечни. В этом нам у Чечни еще поучиться надо. Или вот казаки. Нам еще у них можно поучиться, как они порядок наводят везде. На площади нагайками отодрали. И в ум вошел казак, чтобы честь казацкую не пропивал. Они отвечают: у нас своя конституция. Дачного вора поймали и привязали его к столбу и дали ему от жителей хорошую припарку. Больше не заявился никогда. И так у них испокон веку было. И все они считаются православными. У нас один поселок начал пить и никак не может избавиться. Я ему посоветовал: соглашайся, подпишешь бумагу. Приедут казаки, одеру тебе нагайками. Он согласился. Я поехал к атаману договориться, на какое время процедуры принимать. Брат только попросил, чтобы после сенокоса, а то уборка, ему придется лежать, шкуру новую выращивать, а то эту дубленую на просушку вывесить придется. К слову сказать, канонизированный царь Юстиниан написал целый кодекс наказаний за преступление, где по отдельным статьям и кастрировали, и клеймили, и навечно в рудники. За малой провинности на конюшню, и там его драли. Посмотри, очарованный странник Лескова Николая Семеновича. И он сам говорил, что когда его вздули, то это даже и ничего. Но вот от лошадей его отсадили, это уже вовсе было не в моготу.
Когда отвергли это лекарство, наказание, то сразу же ввели яд, смертельный ГУЛАГ. Что интересно, называется поркотерапия. Профессор Пилипенко в Новосибирске лечит это. Аргументы и факты газета печатала. Это на моем форуме здесь есть. Заряди только поркотерапия. По сколько ударов и какие он показывает розги, простынь. Ложится 100% исцеления. И при том это было еще где-то в 13 веке. Князей пороли в Германии. Во всей стране стало свирепствовать ЧК. Людей сразу брали и расстреливали. Мне пришлось сидеть в тюрьмах, отбывать в лагере. И сейчас работаю в тюрьме. И всегда спрашиваю, когда сидят парни или девушки, настоящие красавицы сидят, тебе родители наказывали? Нет. А что бы они мне наказывали? А сколько тебе лет дадут? Да мне лет 8 светит. А ты согласна бы была, чтобы тебя сейчас на площади, где-нибудь на Октябрьской, раздели бы догола? И вздули бы так, чтобы только на руках домой отнесли. Но через месяц ты поднимешься уже. Согласна ли? Да какой разговор, я тебе с радостью согласна. Хоть сейчас. Да зато бы я дома была. Вот и все. И не было еще ни одного, кто бы сказал, что не согласен. Вот тебе и унижение человеческого достоинства. Окаянные лицемеры и изверги-коммунисты, осквернители нравов. Дайте человеку выбрать самому способ исправления, чтобы не познали, что чем кто согрешает, тем и наказывается. В интернете тут показан ролик. В Таиланде там он пьяный за рулем оказался. И как его порют, и как у него кровь течет, и как его приковывают, привязывают. И рядом врач сидит. Записывает, удары считает один, все как положено. Сирахов 28.20. Удар бича делает рубцы, а удар языка сокрушит кости. Сирахов 49.10. Смерть, убийство, ссора, меч, бедствие, голод, сокрушение и удары. Все это для беззаконных и потопу для них. Ангелы порят человека, и в этом нет нарушения Божьего плана спасения. 2 Маковейская 3.26. Явились ему и еще другие два юноши, цветущие силою, прекрасные видом, благолепно одетые, которые, став с той с другой стороны, непрерывно бичевали его, налагая ему многие раны. Это же было и в Новом Завете, и в житиях святых неоднократно встречается. Ангелы бичуют и порят людей грешных. Сирахов 23.2. Кто приставит бич по мышлениям моим? И к сердцу моему наставников мудрости, чтобы они не щадили проступков моих и не потворствовали заблуждением их. Сирахов 23.11. Человек, часто клянущийся, исполнится беззаконие и не отступит от дома его бич. Притча 26.3. Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых. Иоанна 2.15. И сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги он миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. Деяния 22-24. Тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Сидят в тюрьме директор, начальник милиции, генерал, и тоже все согласны, чтобы их наказали и выпустили. Дома-то со мной ухаживать будут, а через месяц все равно поднимусь, а так и на 10-15 лет сидеть буду. Он не за убийство сидит, а за взятки или что-то подобное. И все до единого, женщины, мужчины, маленькие и взрослые, все согласны. Значит, это есть в крови человека. Ты меня накажи, но по мере. Телу человеческому свойственно терпеть наказание. Оно так и устроено, чтобы вразумляться. Для этого есть нервное окончание. Вспоминается мне житие одного монаха. Заметили, как он из монастыря уходит в город, а потом заметили, как он в городе с девушкой прогуливается. Его предупредили, что нельзя. Смотрит, а он опять с какой-то красавицей. Тогда отдали приказ и вздули его как следует. И ночью вдруг видение патриарху, что они были неправы. Патриарх, вызывайте его. А ты кто такой? Монах я. А зачем ты к этой девушке ходил? Мы были знакомы раньше, она еврейка, готовится к крещению и нигде ее не принимает. А ну, сними рясу. Снял, а у него там шкура клочьями висит. А что ж ты раньше не сказал?
И это во время христианства? Конечно. Если не знаешь, то я тебе напомню. 17 век. Время про протопопа Аввакума. У протопопа где-то не хватило денег. И его ставили на провёж. Провёж? Это в деревне стоит столб. И каждый, кому он должен, приходил и бил должника. Не больше, чем ударов по 10. Так сапоги наполнялись кровью к обеду. А после обеда он выливал кровь, мылся и шел служить службу. Первосвященник однажды разговаривал... Слава Иисусу Христу! Первосвященник однажды разговаривал с римским прокуратором очень близко. А закон гласил не ближе 2 метров, и слюна у прокуратора вылетела и попала на одежду первосвященника. И он получил 40 ударов без одного, переоделся и пошел на службу служить. Закон неотвратимости должен быть, а в Новом Завете то же самое, другого не было. По житиям святых, 2 апреля, Едесий наблюдал, как язычники насилуют христианских женщин. Он избил Ираклия за поругание жен. Церковь прославляет его. Да как же так? Он ни одной щеки не подставлял, а наоборот ему влепил за поругание и сбил его с коня. А дальше его казнили. 11 ноября Мина бил нечестивых. После смерти Серафима Саровского было видение, как он гонялся с палкой за разбойниками. 25 февраля Порфирий был избит один монах, а Порфирий взял палку и стал бить нечестивых. Церковь его осудила? Нет, не осудила, потому что там и защита была, и заступление. 21 июля Семен Юродивый. Вельможа соблазнился о его жизни. А Семен как дал ему, а потом показал свою плоть. Смотри, о чем ты речь ведешь. 29 мая Феодосия. Когда пришла иконоборческая ересь при Льве и Саврянине, то главная чудотворная икона висела при входе в Константинополь. Поставили лестницу, и стражник полез туда, а люди стояли и плакали. Он должен был разбить икону. Феодосия подскочила и лестницу опрокинула, а тот грохнулся об камни и отдал Богу душу. Она больше ничего не сделала, и весь ее подвиг заключается в том, что она убила стражника. За это она прославляется церковью. Она, конечно, не хотела и спасала икону, показывая, что можно остановить нечестие. 31 марта. Иона, митрополит киевский. Стоял однажды в храме вельможа и все жаловался на болезнь. Митрополит так ударил его по щеке, что тот даже закричал. Потом смотрит, а голова и перестала болеть. К Иоанну Кронштадтскому подводит бесноватую причастить. А она орет, что попала, рот зажала. Он ее как ложечкой в лоб брякнул. А ну раскрой рот. А на глаза... Она глаза раскрыла, рот открыла, и все, это уже наше время. 2 марта. Сава Тверской бил своего настоятеля во сне. Пришел к нему ночью и бил за то, что он уста весь испортил. 23 декабря. Нифонт наказывал сам себя за грехи свои. Написано, что от бича у него мясо отпадало кусочками. 11 марта. Венедикт бил монаха, но удары как бы относились к самому бесу. 22 сентября. Первомученица Фёкла, подруга апостола Павла. Красота ее была неописуемой. Напал на нее жрец языческий. Она его так через себя бросила, а в землю ударила, что он 3 дня лежал с открытыми глазами. Говорить ничего не мог. Паралич напал, или паралик. Значит, была очень сильная, смелая и умела постоять за себя. Ну, как Емельяненко, через хребет его. 11 июля. Патит. Привели к нему бесноватую дочь императора Антонина Агнию. Он начал с ней говорить, она начала что-то противоречить. Он размахнулся и ударил ее по щеке. И бес из нее вышел. Что за лекарство такое бить? Сегодня столько бы нашлось критиков, хулителей. Но это жития святых. Возьмите, прочитайте. 6 декабря. Святитель Николай прямо при всем соборе ударил Ария за хуление Святой Троицы. И когда его осудили святые отцы, сняли с председательского места, то Божья Матерь за него вступилась. Есть моменты, о которых Златоуст говорит. Ударом закрой нечестивые уста. Не бойся осветить огрешную морду кулак свой. 8 мая. Арсений Великий так наказал сына императора Аркадия,
что остались следы от розок на всю жизнь. Современные матери причитают, да как можно, он из дома убежит, в милицию надо заявить, а здесь рубцы на теле. Император только одобрил это, наказание в христианское время. Читаем после бала Льва Толстого, как беглого татарина привезли для наказания и дали ему 1500 ударов палками. Тащат его привязанно к винтовкам и бьют. Там уже одно месиво, лопатки, кости смешали с мясом. Ударили только 800 ударов, и каждый солдат должен и бить, и бить, и бить. Какое ж тут воспитание? И это тоже христианское? Ничего подобного Библия не заповедует, а говорит только в разумлении. Да, больно, но человек должен оставаться жив. 15 января, Иероним Стридонский. Особо почитаемый на Западе, переведший Библию на латинский язык, он любил читать Цицерона. Как мы, бывает, любим читать газеты, комсомолку, аргументы и факты. Не начитаешься, а пишут-то как хорошо. Так Иероним увлекался Цицероном, и ночью пришел ангел и начал его драть. У Иеронима утром плечи были все лиловыми. Ангел говорил: «Цицерианец ты окаянный». «Да я христианин». «Ничего подобного. Ты больше любишь Цицерона». И он забросил Цицерона с тех пор. Значит, и ангелы прибегают к ударам, и очень крепки. 19 декабря, Досифей. Игумен бил его, и неизвестно по какой причине, но написано, что для того, чтобы проверить его терпение. Плеть от слова сплетенная. Сплетенная, чтобы крепче было, больнее. Где и как она применяется? Я посмотрел и нашел, что плетями пользовались святые. Пользовался сам Христос и выгнал, есть картина изгнания торгующих. Христос сделал бич не для того, чтобы только махать им. Он бил им, порол. Его плеть только свистела. Гладков говорит, что плеть была сделана из строительных веревок. Господь воспользовался не одним только словами, а и битьем. Торгаши ни перед чем не останавливаются. И Карл Маркс говорит, что если доход достигает 100%, то капитал начинает оживляться. И при 200% он встает уже в рост. А при 4%, 400% нет того преступления, на которое капитал не пошел, даже под страхом виселицы. А у нас правители иногда, читаем, имеют 1500% выгоды, как из церковных крестиков. Это 3-4 виселицы, конечно. Они будут на нас злобиться, когда мы будем об этом говорить. Есть история о дуле страстотерпце. Когда кто-то что-то в обители своровал, дулу крепко пороли. А он говорил: «Я не брал». Его так наказали, что он умер. А потом вор нашелся. Гроб дулы стоял в храме и исчез. И по сей день никто не знает, куда он делся. А жизнеописатель говорит, что он не захотел с ними знаться, даже мертвый. Раз они так поступили, ничего не расследовал. Эх вы, монахи! В России не было палок, ходили с палашом и наказывали его обратной стороной. Казаки разгоняли плетками демонстрации. Казаки разгоняли плетками демонстрации, нагайками. Иисус, Новин 23:13. То знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлею и сетью, бичом для ребр ваших. Значит, били по ребрам. Третье царств, 12:11. Итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. Это Равоам сказал, когда его просили уменьшить налоги. То есть Соломон наказывал бичами. Притча 26:3. Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых. Если ты двоечник, учишься как попало, это повлечет за собой палку, двойку. Я вожусь с ребятишками и прихожу в страх. Боже мой, что вы с собой сделали? Не развили мозги совершенно. Математика, тригонометрия, они век тебе не нужны, но не развивают мозги. Синусы, косинусы, котангенсы, они необходимы. И теперь ты пеньком, балбесом растешь. Ничего не можешь, нигде ничего не соображаешь.
Какое задание не дай, нигде ничего не можешь сделать. Японцы это очень хорошо поняли. И у них учение, национальный культ. И развивать детей стараются, пока дети маленькие. У кого есть дети, заботьтесь заранее, потом ничего сделать не сможете. Очень хорошо этот момент рассказывает Ян Амос. Раскрывает Ян Амос Каменский. Жеребенок через 3 года, что может делать? Садись на него и езжай. А теленок, взрослая корова. А ребенок, ничего. Считай, 15 лет ты ничего не можешь с ним сделать. А почему? А чтобы мы по своей жадности не запрягли их раньше времени, не заставляли работать. Господь так заложил человека, чтобы с детства только учиться, учиться и учиться. А бывает, выходит из школы ребенок и ничего не знает. Приложи все силы, чтобы это время не прошло даром. Чтобы ребенок учился, и не было так, что его только из дома выталкивали на весь день, лишь бы только не мешался и болтался бы на улице, ничем не занимаясь. Богатые люди нанимали самых дорогих воспитателей, боялись потерять один день. Почему император Тит говорил: «Я сегодня ничему не научился, напрасно прожил день». Так, если не сделал сегодня никому добра, напрасно прожил день. Чему ты сегодня научился, взрослый? Итак, день, два, три. Итак, бич для коня, палка для глупых. Раньше было так, как считаем в русских уложениях, домостроя. Хозяйка учили вести хозяйство, все проветривать. И когда дочь выходила замуж, то отец ее давал плетку мужу и говорил: «До сегодняшнего дня я учил ее, а с сегодняшнего дня ты учи». Поэтому в русских семьях считалось, что каждую субботу жене надо было делать профилактику. А какую, сам смотри. Это не к тому говорится, что обязательно нужно наказывать, но чтобы жена под рукой ходила, чтобы был страх. У русских людей именно так и было. Домострой говорит про это. Сираха 28.20. Удар меча делает рубцы, а удар языка сокрушит кости. 3 Ездры 16.21. Но при всем этом люди не обратятся от беззаконий своих, и о бичах не всегда будут помнить. А что бичами учили, это мы читаем у Льва Толстого. Что было это в России в христианское время, и только советская власть это отменила, и вместо этого приняла закон уничтожения. Они назвали это исправительно-трудовыми лагерями. А Солженицын уточняет, что эти лагеря были истребительно-трудовые. Второзаконие 25.3. 40 ударов можно дать ему, а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен пред глазами твоими. Притча 17.10. На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого 100 ударов. Бывают такие послушные дети у нас в лагере, которых я по сей день никак не могу наказать. Что бы я ни сказал, он пошел и сделал. Ни одного наказания, нигде не нарушит устав. А в прошлом году была одна девочка, которая, когда я кого-то наказываю, то она сразу бежит и читает устав. Все ли у нее нормально? Притча 20.30. Раны от побоев, врачество против зла и удары, проникающие во внутренности чрева. Это такие удары, которые откликались на внутренние органы. Что касается плоти, то из Ветхого Завета переходит на Новый. Иногда говорят, что это только в Ветхом Завете говорится про бороду, но нигде не сказано в Новом Завете. Что на родной сестре нельзя жениться, об этом говорится только в Ветхом Завете. Однако, что касается плоти, все оттуда к нам переходит, абсолютно все. Деяние 16.23. И дабы много ударов вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Не узнали, что за человек перед ними, не уговаривали, а сразу наказали. 2 Коринфянам 6.4.5. Но во всем являем себя как служители Божии под ударами, в темницах, в изгнаниях. 2 Коринфянам 6.9. Нас наказывают, но мы не умираем. 2 Коринфянам 11.24.25. От Иудеи 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, а однажды камнями побивали. Притча 29.19. Словами не научится раб, потому что хотя он понимает их, но не слушается. Вот поэтому то и наказание вел Господь для взрослых. О детях это мы уже знаем.
Книга Исход, 21 глава, говорит, чтобы никогда не превышали меры наказания. Бывает так, что ударят, и человек умрет. Исход 21.12. Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Чем ударит? Когда ударят беременную женщину, и она скинет, здесь речь идет уже не о наказании, а о драке. Исход 22.2. Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему. Числа 35.16.24. Если кто ударит кого железным орудием так, что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. А если кто ударит кого из руки камнем, от которого можно умереть, так что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Или если деревянным орудием, от которого можно умереть, ударит из руки так, что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Мститель за кровь сам может умертвить убийцу, лишь только встретить его. Сам может умертвить его, если кто толкнет кого по ненависти или с умыслом бросит на него какое-нибудь что-нибудь так, что тот умрет. Или по вражде ударить его рукой так, что тот умрет, то ударившего должно предать смерти, и он убийца. Мститель за кровь может умертвить убийцу, лишь только встретить его. Если же он толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит на него что-нибудь без умысла, или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя, уронит на него так, что тот умрет, но он не был врагом его и не желал ему зла, то общество должно рассудить между убийцей и мстителем за кровь. По сим постановлением. Здесь речь не о наказании, а о обороне, о драке. То есть самый лучший, наивысший путь – это путь смирения. Когда ты никого не ударишь, не будешь даже обороняться, подставив другую щеку. Вторую щеку. Это вершина святости. Если ты даже не огневаешься, как Соломон, молчальник. Лучше, конечно, молчать, не отвечать, не оправдываться, сдачи не давать. Но кто способен на это? Какой путь лучше? К одному Моисею братья пришли. И он их накормил, напоил, побеседовал, утешил, спать уложил. Всем они остались довольны. Затем пошли к Арсению. Тот им ни слова не сказал. В землю головой ткнулся и только молился. И стали они от одного старца спрашивать, что бы он сказал о них. Тот помолился и сказал, что они оба святые. А кто из них выше? Тот опять помолился и сказал, что путь Арсения выше. А почему? Первый поступил как свойственно человеку, а второй как свойственно ангелу. И было показано видение, что Моисей плывет кормчим на нагруженном корабле, где стражник и так далее, а Арсений несется на корабле, паруса которого надувает Дух Святой, и все катится как надо. Арсению было сказано «Беги и молчи», и этим он спасся. Так, что мы говорим не о совершенном пути? Ибо любовь есть совершенство всех путей. Но нам надо остановиться хотя бы на том, что есть, чтобы не переборщить. Оборону нам должны держать по силе. Не топором головы рубить, а палкой просто огреть, чтоб неповадно было. И дальше этого не идти. Но смиряться нужно, когда речь идет о самом тебе. Если же речь идет о других, о жене, о детях, тогда это будет безволием. И Бог с тебя спросит. Надо знать меру. А если видишь пьяного, бешеного, то, конечно, тут и разговаривать не о чем. Тут разговор только один. Итак, бичами всегда пользовались, а убивать грех. Даже если, например, к батюшке полезет в окно разбойник, выстрелит в него, промажет, а батюшка в ответ только ударит, его нечаянно убьет, то уже священником он не будет. Это новозаветное правило. Все на этом. Вот наказание такая большая тема. Сейчас отключаем и другую тему будем брать.